две тройки, две семерки и две восьмерки в серийном номере у банкноты 10 тысяч тенге, который лежит на байковой поверхности 11 декабря. Причем пять цифр из семи в центре составляют пятизначную, то бишь большую зеркальную цифру. Это 3, 8, 7, 8, 3. Подкачал только 0, да? Если бы вместо 0 была бы семерка, то это была бы вообще крутая семизначная зеркальная цифра. Ну, увы, увы, этого не случилось. Ну, получается так, да? Тройки. Тройка – это число материализации. Ну, этот параметр усиливается за счет того, что участвует в зеркальной цифре. В этой большой зеркальной цифре, ну, получается раза в 2,5 точно. Восьмерки. Восьмерка – это число силы. Усиление этого параметра происходит тоже в 2,5 раза. А семерка... Семерки разобщились. Семерка – это число успеха. Ладно, семерка выпала. Так. Впереди, да? А вторая семерка, она в центре зеркальной цифры находится. Ну, смысл... Реализация силы ведет к успеху. Вот такой смысл этой большой зеркальной цифры. Конечно же, банкнота весьма редкая.